Всегда хотел такой вайб посмотреть, чтобы побубнить потом, блядь. Да, пожалуйста. Чтобы в старости детям рассказывать. Угу. И всю жизнь, короче, барыжничать, блядь. Там это... Бриндроль продается же у нас с Гера? Покупателей да. Много. Ваша вылетела куда-то. Покупатели... Там есть очередь покупателей? Покупателей просто пиздец. Нет, ну, много, да, есть? Ну, нет смысла продавать. Войд, сколько тебе лет, тебя спрашивают? 100 тысяч. Ну, на самом деле. 30. Ну, да, я ну, так понимаю. Да. А что такое? Старт, ну, у него было 30. Девушка спрашивает, Гендальф спрашивает. 5 лет назад было 30 написано. Ну, танка нету почему-то тут. Юлиов, у нас у кого-то есть танк? Я бегу. У меня, я сейчас зайду. Зачем? Не надо. Мне не надо. Завтра будет. Ну, а я бегу. Завтра я за шипы пойду. Осколки лутаешь, ну да. Сейчас зайду. Не надо, и Вилша зашла. Это, прием. Видно мобов, блять, вот этих вот. Открывай Shadow Knight свою, блядь, способности, панельку, блядь, и вытаскивай туда оковы, как называется правильно, священную хуйню, вот эту вот, цепи, нежити. Нахуй. Кого вы не держите? Тыкните, блядь. Кого не держите? Открыл? Я два раза их сковывал, а кто-то сбил. Не надо, надо сделать это так, чтобы портанулся сюда тактик только и все. Они когда вся куча сагрит. Не надо всю кучу агрить. Shadow Knight, ты тут? Прием. Выбери череп в цель, подойди на расстояние 30 метров и нажми в него сковывание нежити. Ты можешь это сделать, пожалуйста? Чтобы этот один моб появился здесь, мы его убили. Потом второй. Бля, это пиздец. Ну давайте, работаем. ДКшники, блять, удушение киньте на него. Shadow Knight, почему у тебя это не получается сделать, блять? Ты долго там будешь? У тебя, ну... О, блять, аллилуйя. Бьем этого пидора. Это Гэндальф, я видел. Гэндальф сделал. Shadow Knight, я в ахуе с тебя. Почему ты, ну, давай, блять, вытаскивай на панель все способности. Не, это Гэндальф. Он не тот каст нажимал, он, блять, каст нажимал. Какой ты каст нажимал? Блять, каст нажимал. Да. А кто нажал? Вот давай квадрат. Гэндальф, отойди. Блять, войды могут закорневаться. Shadow Knight, давай. Вот это Shadow Knight сделал, нормально. Кстати, друиды, да, тоже могут корни. Корни кидают на вкладку земли там. Какие в пизду корни? Надо, чтобы моб протонулся и остальные мобы... Да, остальные мобы... Мобы в деревьях не работает, если ты... Работал. Надо, чтобы остальные мобы не агрились. Остальные не придут. Ну все, тогда научи этой хуйне... Научи этой хуйне друидов, блин. Сейчас смотри, вот смотри на командира. Спор про тактику. Командира, вот смотрите теперь, блядь. Вот что может сделать один паладин с мобом. Смотрите, я просто его опускаю нахуй ниже плинтуса. На нахуй. Иди отсюда, блядь. Нехуй нам рейд вапать, тварь. Я тебя закастую, блядь. Видали все, блядь? Вот, паладины, почему у вас такой силы нету, блядь? Вообще-то есть. Магическая, или как это, мидихлорианы называются. Сила там, помните. О, видали просто, что я сотворил с мобом? Так это я, блядь. Ну да, я, блядь. Вот так надо играть, чтобы никто не умирал, блядь. Чтобы все было заебись. Чтобы деду было хорошо. А, мы думали, ты восстановишь равновесие. Ну я примкнул козлу, блядь. Да. Козлу? Да, козлу. Я тоже козла. Кринч какой-то, блядь. Это сектор газа, блядь, святая война. Это база, это знать надо. Бля, а можно стрим хотя бы кто-нибудь? Косарь голды с тебя, блядь. Ты чё? Хорошо, обязательно. Ещё, блядь, хулю? Да за шо? Просто смотри на командира сейчас, блядь. Просто не стой. Он в корнях, ещё и в фире в моём, блядь. Смотри. А это мы а еще гнев небес дал лейтенанту, блядь. Лейтенант как? Вот, запомните, паладины, играйте вот так вот. Просто гнев небес, блядь, ПКД, стан.
Сейчас реворк будет. Точно будет по КД. Изгнание, блять. Ну, видал? Изгнание ебанул. И он вообще никому не причиняет боли, блять. Можно даже не хилить на хапале. Вон, видишь, хуяк. Невосприимчивость. Опять его эти потрясут творится своими мобами. Далее, блядь. Корон забивает станов. Нормальные дела. Сфера побьет, кто нет. Ну вот кто не побьет, тот пидор. Ну блин, после реворка кажется, как будто ДПС рейда упадет. Ну, кого-то мапнут. Посмотрим. Там будет видно, конечно. Магов. Там паладины лужи будут 30-ку выдавать, я тебе говорю. Еще 7-13. Так, Рокшейн, ты тут? Просто босса обоссут лужей, да и все. Ну что, толпа засанных паладинов его убьет, да? Так, это еще за профа от него. Рыбку бы, вы заебали, мне 3 рыбки всего осталось. Так, гельдбанки. Да, шпашником теперь 2-5, иди вы что-то дамажите. Сейчас я в ретрика спекну еще. Тоже. Мне главное, всякие разные челики пишут, шпашники не будут дамажить, теперь будут, блядь. Совы не будут. Да не, их понерфили, на 10% срезали. А совы? Правильно. Совы. А совы вроде так не дамажат. Пахнули. АУЕ. Там какой-то массовый АУЕ, да. Опять АУЕ у них и так Старфолз. Начальник, поставь ТКЛС. 25 слову не дает ДПС. Ты КЛС-то хочешь? Да. Ну танчи КЛС-то. А чё, инту можно было? Дайте ауру от темной магии, пожалуйста. Я броню поставил. От темной магии дайте ауру. Спасибо, пожалуйста. Второй звездопад. На инту нельзя. Не сорвите босса только. Сейчас сорву. Там 3000 всего на принце талдарами. Арба забьет талдаром. Ладно, подойду, нажму бурю, может проканает. Не буду разбегаться, надеюсь не сдохну. Ну, нормально. А потом в гере, блядь, дохнут. Ну, в обычке поменьше дамага. У нас гера, получается, в субботу будет? Если мы завтра все хорошо быстро скрываем? А чего на субботу? День нульды будет. ПМ сходим. Понял. В обычку сходим. Ну, челики потом не... Ну, там, видишь, в среду люди гера, устают. Дали... В среду люди устают, возможно, если все хорошо, то будет среда выходной. Но это если все хорошо, ссылка ЭЗС на фул. Ну, пока что не представляется возможным. Ну, а если сходить в Геру, ОКЗС в субботу и воскресенье, то тогда люди в будние дни не придут на ульду. Поэтому надо сначала пройти ульду, а потом все остальное. Блин, на ульду бы лучше ставить куда-то, не знаю, на выходных. Ну, как ну, раньше арты. Это и есть выходной. Нет, раньше арты. Ну, одна раньше будет, одна во время РТ. Это вместо субботы. Ну вот, суббота будет одна днем, а одна вечером. Другого варианта нету пока что. Так, отойди со сферами, мы побьем босса, что ли, добьем, может. А, ревностный, сейчас он умрет, смотри. Иди Таунти, Вилаша, Таунти, незыбку отдавай. Сейчас он рейд весь покосит просто, если не стунтить его и прожаться. Посмотри, минус хук мастер. Следующий зунал Тор минус. И Лаша стунтила. Молодец. Танк. Перстень. Второй перстень. Печатка Валанера. Надо кому-то. Блять, почему хиловские камни? Ой, добавь потом кнопку паролу. Паролу как кнопки паролу паролу не будет. Не надо. Я старый останусь. Ну типа распыл, ты то же самое, что паролу. Ты си мусор какой-то. Не, ну, ролл тоже на разные вещи. Может быть, может человек паролить на PvP там. Если. Ну, например, Нибелунг, блять, или Бринтролль. Там осколок. Да, ладно. Сколько осколков хоть выпало? А хуй знает, третий, по-моему. Так, шлем. Вот это точно на распыл.
Ну и эта хуйня, наверное, тоже. Соответственно. Блин, блады какие-то теперь будут кровавые лучники. Ну, просто у них пока стрелы будут кровавые лететь. Видишь, они теперь еще и лужу у паладина улучшат. Сейчас лужа, получается, наносит 7 урон, кто находится, ну, внутри ее, в зоне ее, а там будет в радиусе 8 метров. Типа, да? Она будет тикать лучше от хосты? Да, и тикать чаще будет. Ну, по сути... Паладин только, по сути, хоста будет апать лужу и скорость атаки. Она еще... лужу апает хоста, она апает гнев небес, и она экзорцизм апает. Там экзорцизм будет как дотка. Вот. Раз на 3 секунды, короче, тик изначально. Вот. И 15 секунд дотка висит. Ага, вот. 5 раз не типа тикает. Какой-то получился ДК. Но за счет хосты там уменьшается время. Ну там уже этиками. Экзорцизм еще откатывать будет не в характере на 2,5 секунды. А под гневом еще больше урона будешь носить уже. Плюс коэффициент урона экзорцизма увеличит на 10% там. А если учесть, что сейчас экзорцизм может двадцатку под крытом вылить. Кстати, мы когда смотрели, кто дамажит в Dota 5, мы смотрели, как челики бьют Джайну, и там не уклонит Волнира. У них там Ардру, Пау, Олик и ДЦ, 4 хила. Килила Джайну. Может быть, мы даже скоро будем ее убивать. Ну а ДПС какой у них? Кто сколько бьет? ДПС... Там и ДПС с нашим ДПСом можно убить, главное тактику исполнять. Да, там у всех ДПС снижен, там типа ну, топ-1 был 17к, но... потому что там трэш всякий. Там бой очень долгий. Там перебежек очень дохуя. Да, поэтому там ДПС... фиг поймешь какой. Надо просто осмотреть типов и все. Там просто вот я смотрел бой с Джайной, этот РПАУ 4Т4, топ по ДПСу был, там 17-18к. Ну они бурю крутят свою. Мне интересно, там... захилят ли хилы? Слав, мне надо сейчас будет отойти, надо цену скейс встретить. На сколько? И, ну минут 20. 20. Да, я может так зайти. Не, ну ты можешь поменять, я ж чё. Я просто верну. Сейчас прям? Нет, не сейчас. Вот босса убьем и я поеду. А-а-а. Факт.
Опять же. В центре лучше аккуратно. Хуёво вы не служите, что, блядь, пиздец, конечно. Бага, куда, куда ее надо? Долго выбегал с центра. Я ебу, кто там, блядь, с фактом не сбегает? С фактом надо сбегаться. Факт. Как диван до 8. Пен вынес. Охуеть. Что, блядь? Да рейндж наберите, сука, отойдите, блядь. Я охуею, бичи, нахуй. Чё, ни баблов, нихуя, ну, вообще нету, нахуй. Просто минус 2 хпала. Неола на хп давай. Быстрее, быстрее. Труден углы бы нажми, ну сдохни сейчас нахуй, обрыгаешься. БП хан вынес. Дресы карбонара. А, у тебя КД нахуй. Ультрадру ресы Рекшейна. Аланал инер по Рокшейну, разохилить Рокшейну. Ньола гимн на ману. Ультрадру инер по Авелане, Зози инер по... Чё Дерта. Стоишь? Зози вынес. Хилы, давайте хилите нахуй. Сейчас все массы и вы сдаете на взлетку. Хант. Укусиха ебаная, блядь, я твой рот ебаный. Асо. Асо. Карбонара вынес. Так никто и не укусил меня. Ну ладно. И меня. Ну ладно. Осколок. Осколок? Я всех с конца рекаунта кусал. А, понятно. Ну, так и надо. Бичи, хули. Бичи. Натуре. Вечно ты... А кто ты не допрыгнул? С конца о. Кусаешь. Погиб смертью храбрых. Герой самоубийца. Ага. Не, думаю, хилил, самоубийца. Хилил. Да, хилил, нахилил и подох. Два защитника. Только не стойте его за трэш, там сразу пуляйте, там ману это отрегиньте и пуляйте.
их сюда, и мы вам поможем. Так, я отойду на полчасика, а там смотрите, я потом приду, скажу. Ладно. Ну что, осталось полчасика? Полчасика уже ничего не будет. Ну, через полчаса не надо и жену встать. Ну, как будет, так будет. Я отойду, пока в Долоран прыгну. Сидит на замене. А он на Вардрум прыгнешь. Ну, ультра двумя шестым нахуй на подстраховку. На Синдере нормально будет. Да и на Личи тоже. У Зози. Че там, как дела, охотница? Нормальный стан, да? Нет. В резку по фасту пойдем? Че там время? Ну я хуй знаю. В 12 только подели, ча убьем. Не успеем, можно десятки сходить. Я завтра на работу, я не пойду уже ночью, ничего. Завтра, может быть, и то, не знаю. Если не сильно устану. Ничего, завтра хуярить. Воскресенье, выходное? Суббота, воскресенье, выходное. Воскресенье. День рождения у тебя. Вот, правильно. Поздравляем. Твои лучшие друзья. С утра подарок. О! Как дела, блядь? Страшная война. Я отпрыгиваю иногда. Видишь как? Крутанул бурю. О! Хорош! Вот это по-нашему, блядь. Контроль, супер контроль. Контроль под ключ. Лучше так, чем минус 3. Вон, надо Ваньку брустануть, там щита нету. Ну-ка. Лучше жопа в тепле, чем тепло в жопе. Все правильно. А ну как? Еба, я понял. Ну такие есть, да? Можем никами махнуться, если хочешь. Еба. Давай прогулку по порталам сделаем. Ой, ник, он, знаешь, такой прям индивидуальный. Бля, ебать, Марта, он зашел, ложитесь все. Причал, рыбачил, апостол хп. Видишь, там новая идея. Это новый Т5. Окей, вебсайт. Пойдем мы с Вайдом, робота килять. Понятно. Сразу видно, молодежь. И поднимайтесь туда, не надо, запустится босс, блядь. Ой, поднёмся все. Чё, очкуете, да? Это на ком, на ДК? Я на рогу шел. Только вздыхают, так, когда слышим смертные хиты. Где-то там, вот он. Вот такие они, зумеры. Видишь, там подумерс. Мординстер. Возвышается крест.
Моргенштерн. Алло, давай прогулку по порталам ебанем. Кто будет прогуливать? Моргенштерн. Ну, я, ты, Авелани, Рокшейн. Через какого? А здесь же 8 вроде или нет? 5 а, надо. По-моему, еще 8. Одного. В моей молодости Моргенштерн это дробящее оружие. Если дробящее. Значит, глянем. 800 5 5 5 3 5 3. Simple Dimple, маленький красивый, а Папит большой и милый. Любитель маленьких школьниц, понятно. Я тебя приметил. Для меня у тебя есть вид палаточка. Рыбак рыбака видит издалека. А Боба? Кто рыбак? Я рыбак? Мне кажется, я ебанусь нахуй скоро нахуй. Я ебанутый, ну да, я ебанутый. Ты когда и рылишь, так же, блядь, всю эту хуйню несешь. Не рылит. Мне кажется, пуги-пуги. Я мутану нахуй, я заебался, тихо, блядь. Я жру рыбу, блядь, за звездой летаем, блядь. Говорят, я книжа наваливаю постоянно. Это, блядь, я забыл, как хилить-то, надо частицу на вальку, и кто с локов портал поставил хуйню свою, блядь. Это, как он называется? Бля, зачем вы на рыбу садитесь? Ёбаный этот, доспех. Да похуй. Вот. Какой, курсу или чё? Или чё? Я не ебу, ну доспех нахуй, серый. Через такой. Через кого, блядь, хилить? Доспех? Серый, блядь, шкура демона, или как там это называется? Серёга? Ну быстрее ставь, ёбаный. Серёга, сдай. Сука, доспех? Не зелёный нахуй, открой книгу нахуй. Ну, где там, демонология или где? Подсказывай. Демонический доспех? До сих пор не приручили. Я понял, блядь. Что давно нихуя ты? За тех, кого приручили. Краба, медведи, похуй, они 40% дают. А че? Ну вот, наглую морду бери. Пиздец. Что такое лев с рейда ГП так-то? Обычно дается. Он написал. Уходить на надо брать? Всем успехов. Сутенер. Вон там медведь есть. Белый. Где медведь? Красиво. Вот сзади стоит. О, вот белый. Я нашел белый. Ритуал Рока. На него надо, да? Так, сейчас куда-то поставлю. Запомнить цель. А, нормально. А есть ритуал рэпа? Нет. Янг рэпа хуй. Я не знаю. Кто такие эти рэперы? Рэп для слабых. Только Клауд, только Дэдбол. 2К15. Да, Миша, поставь под босса, чтобы свет небес тоже стрелял. Ясно, мой свет. Ctrl 3 нажми на нем. Подведи его к этому дракону. Ctrl 3 нажми. Где он будет там стоять. Там свечка справа. Я не вижу, где он нахуй. Я хуею, блять. Че это за хуйня? Он 228 АФК? На 6 часов нахуй встречаемся и за звезду летим. Я понял, нахуй. 6 часов. Можешь, ты можешь Пета оставить нахуй в покое, блять? А чтобы он не бегал как додик, блять. Или кто, чей это Пет, блять? Вот, на а, мастерау сразу давай, потом уступим. Жирность. Быстрее летите. Мастерау на коня нахуй. И потом второй, а я третий дам. А потом, кто первый давал, четвертый дашь. Или пятый, или хуй знает, или похуй. Чего, Боба, блядь? А Боба? Мне похуй, жрут таблетки? Нет. Так, где от моего портала, блядь? Не трогай свечу. Там ромбик, кстати. Нашел потом? Смотри, да. Там в голове можешь не нажаться. Залетаем. 6 часов. Да. Че, потом уступите, я возьму эту хуйню. Да. Я, блядь, лбом просто пробиваю облака, нахуй. Облака. Белогривые облака, че пробивает лоб. Че ты как-то кринжаешь чересчур. Нормально. Что это там молодость, типа завалите нахуй, я сам буду. Не смотрите вы, пожалуйста. Высока.
А по небу прокатите нас. Облака. Облака. А не дашь таким мультиком. Ну понятно, Войт уже принял. Он уже тоже, ну это, фрик сквад нахуй вступил, блядь. Что я слышу, трэш, что? А, что вижу, а можно, трэш, блядь, гнилого зомби с меня забрать, блядь, займал? Ну и что? Да, пожалуйста. Еще Войт, ты зайдешь? О, блядь, я забыл. Давайте, я летите, понял. Летите. О, беру эту хуйню. Хочешь, что мой идол, сука, мастер нажал. А я чё за хуйня? А чё так... Чё так медленно летел, блядь, чё за хуйня? А, ну по времени, да, типа, вы вас выкинул, а я еще тут. А не проебал стаки? Нет, не проебал. Жирный свой. Че, еще разок? Разок, да, еще? Походу. Это бодишеймер. Кого, блядь? А че за хуйня? А, да у меня лагает, нахуй, какая-то хуйня вообще. Так, уступил эту хуйню, если у кого откатилось мастера. Вы там успеваете? Я лечу. Наебать, наебать. Почему лечу? Самый жирный всегда стоит на ворот? Вы там сегодня хилить будете? Да. Все, давайте Геру захиливаем. Ебаш. Сосарву тебе дождал. Че он идет на хилов-то, ебаный, блядь, сейчас? ГЦ? Я излечилась, и зеро на рум не сел. Семен. Она может, да, мы... Осколок. Осколок. Думаю, блядь, какого хуя вижу осколки, а наш квест, блядь, нашел. Мне похуй, я прыгаю. Чё, ебанород, погнали нахуй! Хорош. Ёбанород! Пить нахуй, воздержание. Денис пидор. Согласен, нормально, человек и Денис меня зовут. Чисто дися-пися, блядь. Ся-ся. Хуй ся-ся. Два дурачка, блядь, Дися и Саша, блядь. Че-то медведь, нахуй, тут сверху бегает, как бич, нахуй. Че, блядь? Потерялся, нахуй. Медведь, иди сюда. Он бегает, видишь, туда-сюда. Они труды. Не умеют на лифтах кататься. Я понял, блядь. Так, ну я дальше в этом, в ретробона. Чё, можно нажать клетку и призыв питомца и стоило и поменять его. И типа он залезет. Пикдем сидит, чилит. Чё? А чё Бигдем? А чё тут Бигдем внутри? Денчик. Чё, блядь, стали, пошли. Он уже не Бигдем. Денис маленький пейнт. Это уже Биг Смок. Биг Мак. Мордаунт еще тут сидит, чилит. А, ну и пусть сидит. Вы типа слот хотите добрать, я да? Профу качаю, ну, чел. Ладно, ну ассист есть это самое, или нету? А, на тебе ассист. Да. Если кто-то захочет, есть. В рейд. Ну, ИП только 100 ИП будет. Отойду пару минут. Ну я не знаю, что тебе сказать. Ну типа, блядь, надо смотреть развертки, нахуй, рекаунта, блядь. Я не могу, ну, делать ШМ впустую, нахуй, понимаешь? Ну типа, блядь. Плюс ты поздыхал в РС-ке столько раз, что я вообще охуел. Это кто спрашивает? Заханыч? Серьезно? Не, на стресс. Я не знаю, типа, ну... Чел, не к спеху, ну, ну, кстати, я не знаю. Из Тащеров Invisible соврать, но какой-то безмикрофонный чел.
А ты вроде без микрофона не хотел собирать. Надо поспрашивать у Invisible. Invisible у нас такой постоянный. Главное, чтобы АДК не убили только. Ну плюс Invisible да? Уже типа это старенький челик. Да. Ой, поехали, проверочку и гоу. А представили, как у ШПшников, если убьют АДК, и АДК больше не будет вреден. А ты ШПшник. Один будет. Ну, если бы. Не, АДК все равно будет играть, где есть трэш. Ну, АДК нужен в один рейде. По-любому. Мы Синдру-то запустим сегодня, нет? Да, запускай. А чё, вы не нашли челика, кого взять? Я не понял нахуй. Застой по никто не хочет, да? Это кто-то писал, какой-то маг писал, я не видел. Не помню уже. Ну, всё, вот. Хватит. Фул ЕП лутать, это хуйня полная. Нет, если чел фул замену сидит. Это тоже хуйня. Завтра рейд есть. Завтра посидят. Ну а если у чел твин есть? Че есть? Твин. Ну я вот сейчас сидел фул замену. Второй перс. Ну да. Нет, ты в рейде. Ебались. Ой, как кто умрет? Негра хоронили. Зачем чел с центра побежал в мою сторону, хотя бы в другую поджечь? Самую правую помогай. Задохнулась? Нет, на притяжке убил. На притяжке, да. А-а-а, ебать, я не заметил даже. Она там в духе, что я могу это узнать. Ты чё? Аделька, как дела там? Беги, малышка, беги! Шо у вас там? Ну, ХП бесконечно или что? Мне это не нравится. А если зачем? Вроде не просил. Вы что там с метками? Совсем дебилы, блядь? Что, 228, да? Я же вижу по ХП, нахуй. Зажили вея. Вы чё, слепые, нахуй? Ну, нахуй вы друг с другом стоите? Или что вы мне объясните, блядь? Или что, нахуй? За 2 часа рейд хуёво проходить, да? Аланал, блядь, нахуя ты давал БР, блядь? Зози, рес и ультрадру. Викторка, СС по ультрадру дашь. Скоро фаза там. Трицена. Прекращайте, прекращайте стакать.
Перевели. 3%. Фаза на 35, отойдите, милики. Ой, милики ушли. Нахуй ты ультра, нахуй сдох. Я в ахуе. Вставай, СС. СС был? Притяжка. Тродру, СС был? Стоим и ждем притяжку. Вы охуели, что ли? Викторка, ты давал ему СС? Призон выносит. Блять, я просто охуеваю вас, нахуй. Ложитесь, нахуй. А, тебя в гильдии еще нету, нахуй. На мага ГП дам, нахуй. И Алана на тебе, нахуй. Мы стиллера, говоришь, да? Уёбки, блять. Во-первых, Гандальф. Что за хуйня? Два раза на притяжке сдыхаешь. Аланал, замени меня. Пинг 3К. ДПС. А зато БР дать ты дал, когда тебя не просили. Пинг охуенный был. Я в ахуе просто, блядь. Призан в хила. Поможешь им. Труду выкинем оттуда. Любимчики, блять, босса нахуй. 5 высвобожденок. Да, пойдет. Да, 4 тоже классно. Гандальф, я не понимаю, почему ты молчишь? Че это за хуйня? Тело... Вкачай тело и душа, ну я не знаю, ну как так? Блять. Карку там на тапке поставить. Сделай себе вот этот талант. Ну, раз я сама накосячила, далеко стояла. И когда подняли, была далеко. Бежала и притяжка. Там нехуй хилить. Вы когда сдыхаете, начинаются проблемы. Один сдох нахуй, заебись. Ты лежишь, 5 хилов есть. Нормально, можно убить. Ультрадру как бич сдох нахуй. Сейчас я посмотрю твои смерти нахуй. Я как? Вообще не при делах. Да, 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 нахуй, конечно. Синдрагоса, ледяной склеп, 14 тысяч. Да, это два склепа, это вы с додиками стояли. Это кто? 228 и ты, нахуй. Кто-то с вас маленький был, нахуй, второго не заметил, нахуй, кто маленький. Дальше превращайтесь, нахуй, в маленьких скелетиков, нахуй, и стойте. В пятером встаньте вместе, нахуй. Нормально будет, вайпанемся, блядь, как гайд будет, нахуй. А это что, ледяная аура, мощный удар хвостом, это ты в хвосте стоял, на эрдру, нахуй. Как, нет, нахуй? Я в толпе стоял, я не знаю, как меня скинуло. Ответный удар, блядь, 7 тысяч. Вот это вообще с нихуя прилетело, я же ее не бил. Удар с хвостом с нихуя? Где ты стоял-то, блядь? Да где все, ебать, войдзон? Ну конечно, нахуй. Я и смотрю, всех тоже хвостом откинуло, блядь. Войдзона вот, сирот, локоть, да. Локоть босса 20 метров назад, вот войдзона, блядь. Он был в параллельной вселенной. Нахуй эту хуйню ставить. С этими шариками охуевают, сидят. Призн, что там? Мана, привет. Mm-hmm.
То паровоза, то мотоциклы, блядь, заебали. Лапку можно? Нужно, нужно. Подожди. Чтобы не улететь от притяжки, нахуй, напоминаю, блядь, надо встать ближе к локтю, блядь. Чтобы когда босс вас притягивал, он когда притягивает, сразу начинает 5-секундный каст. Чем ближе вы стоите, тем дольше вы будете лететь, и тем меньше вы будете лететь времени до центра модельки босса. Там он еще бывает подкидывает. Вот. Нет, он, видишь, даже каст начинает после притяжки только делать. Ну мою добили, чё вы, блядь, ушли все. Сдох нахуй. Хуёво совсем дела с глыбами. А, пойдет. Тяжко, мы готовимся. Фаза пошла. Ушли милики. 2-2-8. Смотри, чтобы хвостом не откинуло. Близко, сильно красную кружку не подходи. Разбираем. Следующий туда же должна быть притяжка, по идее.
Эту глыбу не бьем, ждем. Танка не прибить. Все после притяжки разобьем. Вашу потом сразу разбиваем, мелики отошли. Разбиваем. Да ладно. Так, и не ума. Разбиваем. Притяжка не бьем. Стоим, ждем. Ну, до половины подбивайте. Так вот, потихоньку. Все, отошли, ждем. Как только кончится каст, сразу зергаем. Еще одну ставим. Еще одну ставим, под босса сразу разбиваем. Отошли, милики, отошли. После нее Геру захили танка. Все, можете Геру, да. Зергаем и все остальные стороны хил по боссу. Неола в сторону. Только можно освобожденку вешать, свинья, блять. Призу. Ангел. Глыбу разбить. Объекты, блядь. Другого возьми. На лича пойдете, Вальку не спульч. Завиватель. Надо кому-то. Гомосек. Покорите. Че там, 20-25 из 5 вас, да? Нет. Два места есть. Ну, это... Эрдру, возьмите обратно, я все, я пришел. Да фу. Я ему давал, блядь, ИП, да? 450. Да, вроде давал. Мне? Коготь. Угу. Как раз история вроде. Такс. Взяли его, не? Или что, или где? Так он не плюсует, блядь. Ты плюсуй в гильдию, блядь, где ты там сидишь? Или ты не зашел еще? Прием. Тут я. Так, ну там посмотрите, слушай, я не знаю, как там, блядь, чтобы захилилось все. Кто этот? Ультрадру давай в кота, пускай в 6 хилят, короче. Вот эти пятая пати и карбонара. Ты в коте попрыгай. Так, давал я ему ИП там, блядь. Где оно, блядь? Вот 450 сейчас отнимем. Есть суммон? Стоп. Прыгайте. Минус 400 ИП, это три босса, да? Нет. Смотря прикол пока. А? Сейчас 9 боссов. Оп, нахуй, встал. Хорош. Пятая пати карбонара хилят. Запускаю. Баф, дайте, пожалуйста. Так, вот финальная рыба. Последняя, блядь. Ты ложь на духу, да, правильно? Шавкар. Ложь на босс. Я по себе. Это вопрос. Да.
Пятый квадрат. Квадрат танчит жаркарей, к нему выносим чуму. Нихуя, ой, ты меня обогнал на сендре. Ну, блять, конечно. Правда, я в трех глыбах стоял. Ну да, наверное, из-за этого обогнал, потому что я глыбы еще бил. Ну да, там по стелям, по глыбам. Ой, да. На хули. На первой фазе, блядь, две глыбы, блядь, и на финальной глыба, сука. Есть контакт. Так. И не диспылят еще. Красавцы, ГП раз, блядь. ГП два, ГП три, ГП четыре, ГП пять, нахуй. Следующий кто будет? Все пять человек не диспылят. Еще я могу диспылить? Ну и рот ебал. Мазик, сам себя, наверное, сдиспылил, да? Он или увидел ГПшки и сразу сдиспылил. Мазак. Ну, я БР сдал, чё не встает? БР сдали, чё не встаешь? Вставай. Чё, диспела нету, нахуй, или как? Или научить надо, какой способностью диспелить? Болезнь. Снятие болезни. У друидов, у шаманов и у престолов. У нас проклятие и яд. Или если не сказали, все пятером не будем диспелить. Нормально будет, да? Прокатит? Паркаре в рейде, блядь. Да не кричите. Алло. Ну убьет, убьет танку ГП ебанем. Пиздец. Почему ты стоишь там в зиме? Тебе не видно, что на край надо зайти? Ну ты с чумой в рейд бежишь, ты вообще, Вилаша, выбегай. Хамасек, выбегай. Нахуй вы диспелите, дайте им вынести, сука, чё вы делаете? Молодец. То диспелит, то не диспелит. Вы должны понимать четко, что происходит. Не знаете, не уверены, блядь, не хотите группы лутать, тактику почитайте. Возобновитесь в памяти, блядь. Ой, ебаный, блядь. Осквернение скоро из подвалик ушли, в центр ушли. Осквернение черепок отошли. Лича бьем. Будет и вальки, и осквернение. РДД уже на кольцо встали, на железное, с хилами. Великий по команде с центра выходим в сторону глыбы. Танки тоже. Великий выходим. 2 секунды осквернения. Как увидели, где черепок, уходим. Вот, уходим, валик бить. На валик бежим теперь. Станы где? Че с ДПСом, нахуй? Ну, по валькам. Нахуй надо, да, или как? Пиздец. Я не поебаный, блядь. Ультрадуру ресая Виланию. Зози ресая Хулидринка.
Валик разбиваем. Че, нельзя встать к лечу или че? Надо встать на стрелку, которая на лужу показывает. Нахуй в нее лететь? Это пиздец, кринж. Вы вообще пиздец, позиция топ. Скринение секунды, вышли нахуй из-под валик. Все, добиваем валик. Ромбик, все на ромбик идем. Лича на ромбик веди. Жнец прожмись. 4%. Захиливаем заражение. Гениола на хп читай. Лич вообще не ходит. На край веди, на край веди лича. На кольцо. Веди, лича, веди. 1%. Юля, Юля, переводи. Пошли, пошли на край. Ничи нахуй. Разбейте. Сферу разбейте, блядь. Не разобьете сферу, вхуярю, блядь, всем, блядь, РДДшникам, нахуй. Глаза разуйте. Их два раза больше спавнится на этой фазе, на второй переходке. Они не должны так долетать. Они откинут пол рейда, нахуй, ну. Получите по 25 РДДшники, блядь. И хилы заранее. Типа вот эту хуйню не надо ждать там. РЛ, не РЛ там, блядь. Диспелить нахуй. Договариваемся заранее, блядь. Шары летят в рейд прям нормально. На краю лича ждешь. На краю лича. Ладно, нормально. Из-под духа, из-под ебала выйдите. Не захилили хилы. У вас пятеро нахуй. Ну так чисто для справки, блядь. Не, в два шота склеило там на моменте. Хуёта, блядь. Вала, ну, я видел, как хилы там вала и будут. Вот что я видел, блядь. Осталось, значит, два хэпала, призен и ультрадру. Не дай бог еще жатва будет, не захилите, блядь. Так я в коте. А, карбонара, не ультрадру. Давайте геро. Все равно хиль. Охуею, блядь. Какой-то у вас раздрай, нахуй. Дуналтор, ты где стоишь? Тебе надо за босса. Ты духов ебало ловишь. Уже на ту сторону идем. А черепок будет осквернение. И уже залечу, уже на другую сторону. Не там вот, блять, где лич нахуй стоит. Вы бегаете, как бичи. А сюда идете, вот где паладин нахуй, где войд бегает. Вот. Прячемся. Вот, захилить призана нахуй. Дал флешку у него. Что, вообще пиздец нахуй. Ебать. Где там таунт у меня нахуй? Бичи, блядь, ебучие нахуй. Хилы пиздец, реакция топ нахуй. Мама, я не хочу умирать. Выйдите с лужи нахуй. Пиздец, какой-то кринж, нахуй. Играйте, как я не знаю, нахуй, какие-то... Или... Вполне. Или вы заебались, или вы устали, нахуй. Ну это не игра, это хуйня какая-то. Где вот шоки по этому, по призену? Карбонара вообще... Юля выжила. Там ДК выжимают, если фул пружинки давать. Это вообще я хуй знает, нахуй. Ну-ка, 25, оп. Юля, ресай всех. 600 ЕП? Да. Это так выглядит грустно, нахуй. Да. Зато слаки теперь 25 ГП. Сколько шмот стоит, столько и ЕП начисляет. Не, ну понятно. Просто ну, ТТГ и ГМХМ дорогие такие, если там каждый босс нахуй по 300 ЭП прям, пол целка считай пронес. Просто в целка... Собака сложнее, чем личоп.
Просто в ЦЛК не падает печенька, которая 260-ая, а там падает 6 штук. Поэтому... Это пока. Пока тогда. Потом надо будет убрать... Я думаю, на дневное время убрать пару рейдов. РСки точно можно днем проходить, какую-нибудь субботу-воскресенье. Но в плане того, что это не будет к ПГП относиться, это будет так. Захотел, пришел, захотел, нет. Если с гильдии будет хотя бы один рейд в неделю, будет хорошо. Можно будет кого-то одевать. Остальное там я хуй знает. Ну, надо потом будет разгрузить РТ немножко. А вот льду на поток ставим. Сейчас пока на лайтовом режиме, а потом потихоньку выучим пожарного. В галлон несложный, в принципе, пока что зергается. Потому что когда герой льду будут те же самые тактики, те же самые боссы будут, все то же самое. Осколком. Бурю размутали. Не знаю, он вот сейчас размутаю. Второй что? Сука, успел, блядь. Тебе нас надо кому-то? Мейн. Ты что, мейн хапал? No. Чего? А за сколько отдадите, за столько возьму. Если отдадите. Попал, рпал, у тебя написано, блядь. Ну, уже хапал третий. Нажимаю успех. Хорошо. Окинь стилер. Угу. И ГП. Я уже кинул. Смотри, если кому нужнее, то можешь отдать. Если ну, я СС спросил на Синдре, он, по-моему, не дал на этого. На кого не помню. Он сдох, я смотрю, вставай, СС был, нет, не было СС. Был. Клятых, а, я в DC не было, я вылетал. А, понятно. Я не слышал ничего. А, ты мне ГП дал? Спасибо. Да. И ты спрыгнул с платформы, да? Так. Всем счастливо. Давай. Так. Слав, а что, будет РСК сейчас, нет или все? Не, чильте, вы что, угораете? Пол первого ночи нахуй. А, ну тебе да. Слав, ты откуда? Сибирск. Ну, земляк. Рядышком с Томском. Завтра, значит, если то же самое закроется, а лучше, чтобы побыстрее на часик примерно, то будет вообще...